Тот союзник с М-кой. Это фальшпованный пульт. Здорово, блин. Думал, тебе все достанется. В общем, передайте, чтобы он метку Scott Revenge удалил, которая на отделение у нас тут где-то. Сотки плывают к вам. Меточку смотрите. Чай, да, значит, ты на горе чела снял, нашел. На горе убивал, да. Хард, смотри, он был в хаммере, по-моему, он без сознания. Выходи на нашу. Бля, ей страйк прибудет. Слышно, слышно. Бейкер, мы идем. Держитесь там. А, за ним еще. А, бля, наш сторону смотрит Айдар. Я могу к нему на хаммере подъехать. Хаммер, я, хаммер, я. Пошел убивать. Че, попал, попал? Попал по страйкеру, минус он. Хаммер свой, и наверх. Нет, не свой, не свой, там вдоль берега хаммер. Лутка. Там вы работаете, но это? Блядь, страйкер запад работает. Аккуратно. Вейкер, а западный страйкер взорвали, что ли? Да, вроде бы. Ну, по харюку. Да нет, это не то, что два страйкера назад. Фак, убил на берегу. Все, хорош. Походу последний. Походу добили, да, его. Цапыч. Хорошо, подлетай. Ядрит летит светлячок, но... Еще не, ну вот так все. Так, вижу харька в лесу. Наши уже зашли там, кстати. Да, я вижу.
Убил одного. Секунду, не убил? Дал метку, ржавая машина. Там за ней лежит то ли мертвый, то ли раненый, не знаю. Так. Ну давай. Там на метке комик или где? Ну, мне сложно отсюда сказать. Ну, примерно хотя бы. Примерно, да. А, WhatsApp чуть ниже. Быстрее, быстрее, чуть ниже. Опускай. Стоп. Навелся. Можешь работать. Да что ты будешь делать, блин? Прям под ним пуль попадает. Все, убил. Докатался, блин. Так, давай следующих посмотрим. Еще есть? Сейчас, на камнях там это ромбик сидят, да? Костян, ты не уснул еще? Нет. Сейчас мы тебя пересадим к Шайдану. Враги там. Там двое, кстати, выкер. Спасибо, конечно, такое. Тебе бежит, смотри, в твою сторону. Вайкер? Я стреляю. Цепи семьи манная, конечно, стрелять. Убил его, Вайкер. Черт, по любенькому. Черного. Так, вижу еще вражина. Север от города, прям в упоре на горе, где что-то дымится. 58-я, что ли? А, да, 58-я, ходит там. С ДВшкой ходит, черная форма. Свекер, ты живой? Викер. Викер, походу, все. Давай на дрик Харьковский, видишь? Давай горим дрик. Да, переходим. Его забрал.
На камнях, на камнях. Так, спускается еще один мудень. Сука, патроны. Давай, 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 блядь, заряжай. Готов еще один. Так, что там, Крис, Дрик по харьку, да? Точно. Че по бокалке там еще? Да хера еще. Отряд видишь как? Вижу, на горах там до сих пор. Ебаш, 58-й, да? Да. Хуя, там снайпер, говорит, блядь, еще кто-то есть. Убил еще одного. Там уже в городе нашем отряда, блядь. Да, я вижу под нами. Сейчас, секунду. Да, да. Убил еще. Можно спускаться. Давай попробуем. Все, походу, не успели, да? Он сейчас с Ницы ехал. От нас бетер на 140. Серпов, да? Да. Там едет, блин. А у нас на церкви, ёпта, уже отделение, блядь. Он мостом. На какой церкви? От нас 300-11. Светлые, блядь. Понял. Сейчас метку там, погоди. Подъезжать к мельницам. Вот это хоть. Вот здесь пеха видел, отделение, метку дал. Файтер накинешь сюда? Будем выбивать. Сейчас посмотрю. У них на чем стоит зушка? На бетере? Он там и сидит, да. Возможно, это зушка, кстати. Надо выбивать ее. Он встал, Харек. Лучше ты того бы выбил, а? Убил. Так это он стоит. У мельницы убил отделение. Хорош. Белая казарма на 90. Пехота. Харек. Еще давай. Туши западный. Так, этот пех двигается на юг. Такие стройки маленькие. Видишь его, Харек? Разрушенные. Изушку вроде же там захватить. У нас тут дорога. Шедан, ты где сам? Двухэтажный дом на севере от строек. Где? У меня вижу. Кто-то был рядом. Где ты? Мы везде враг. Сколько это оттуда? Кто северный домов. Бетер едет, 60-й. Ну, у меня трубы нет. Стройки убил второй этаж. Шайтан, смотри еще, если смотреть на стройки, самая левая стройка, к ней пристроен домик маленький, в нем был разрушен. Опс, по мне. Ой, на 20 сейчас вернулся, даже по бетеру, кажется, бетер по моему дому. Да, да.
Авангард. А, ребят, это АВ-шники, да? Это АВ-шники, АВ-шники, она совпала. Надо подвигаться, совпало. Давай тогда еще один. Давай еще один. Да, уходим. Мы делаем, мы делаем. Ты над башней пролетела. Возле табурета раз стреляли, скорее всего, за камнями там сидели. На юге минус еще два. Шлифру надо. Они в шлемах все. С севера работают рифана. Надо смещаться немножечко. Тут, ну, кто хочет, то... Это с юга, это с его, это с этого. Господи, прям рядом. Беттер не по вам? Там укрепления какие-то на 210. Я пока к ним, наверное, двигаюсь. Так, кто-то в красном доме есть. За БРДМ, который... Перед нами дом на 240. Кто-то там есть внутри, не пойму. По-моему, враг. Да, враг. Там калаш торчит из окна. Так?
Он слинял из дома. Смотри, он скорее всего вот сюда ушел, Айдар, на эту метку. Пакуешь? Я лежу за домом. Ты? Все, положил. Но он прям светлый, пипец. ГПшник? Далеко было, не знаю. Чем знаю. У тебя? Нет. А это? Айдар. У вас КВ есть, парня? Да. Твой последний остался, хоть к вам, может, перейду. Проверка. Что проверка? К нам из АВ один человек пришел. Последний остался. Он живой? Да. Ёлки стоит. У меня с горы еще стоит. С юго-востока. Я по нему дал. Ёлки умер. Принято. По мне. Живой? Да. Еще помолитесь или нет? Вы убили его, нет? Нет. Не знаю, я только подъем. Вижу. Взял. Вижу его. Убили. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.